знаю, где обычно печатают объявления. Типа, уберу квартиру, муж на час. Но это по желанию клиента. Вот по моему желанию, пожалуйста, напечатайте опровержение. Извините, мадам, но мы опровержение не печатаем. И что мне тогда делать? Ничего. Поверьте, через недельку само пройдет. Сколько? Недельку. Она бы, конечно, убила этого человека, если бы не принято ей решение нести людям только добро.